Здравствуйте, меня зовут Шарана Ондар. Мое имя с тувинского языка означает «высокие горные снежные вершины». Я окончила высшие курсы актерского мастерства при кинокомпании «Амедиа», курс Василия Мищенко. Сейчас я обучаюсь в школе киноиндустрии по специальности фильммейкинг. Моя мечта – снять фильм про мою родину. Также я с детства танцую, а именно балет, народные и современные направления. Из ролей я очень хочу сыграть шаманку в историческом проекте. Также хочется сыграть сильную личность, маму, возможно, девушку-воина. Я буду очень рада с вами посотрудничать. До свидания. Ужрашкыжа паерлых.